К этому часу у нас все, а сейчас эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций. Ельдана, приветствую, передаю слово. Спасибо, Ботагөз. Кайрлы күн, курметті көрермен, курметті әртестер. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Бүгін алаңымыздың құрметті спикерлерімен Қазақстан Республикасы президентінің экономиканы ырықтандыру жөніндегі шаралар туралы жарлығы тақырыбы аясында дөңгелек үстел өткіземіз. Талқылауға қатысатын спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Ахметов Рустам Нұрланұлы. Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Әлжан Ерлан Ибрагимұлы. Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің электроэнергетикасы және көмір басқармасының басшысы Жүніс Сәкен Рысқұлбекұлы. Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің қоғамдық кеңес төрағасы, республикалық адвокаттар алқасының төрағасы Бекебаев Айдын Жолшиевич. Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің кедергілерді жою бойынша кеңесінің төрағасы Евниев Арман Кайратович. Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің кедергілерді жою бойынша кеңесінің мүшесі Байдилдинов Олжас Хаджимуратович. Алғашқы сөз кезегі Рустам Нұрланұлы өзіңізге беріледі. Құрметті әріптестер, қатысушылар, ол 8 мамырда мемлекет басшысы экономиканы ырықтандыру жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойды. Ол бірнеше негізгі бағыттарды қарастырады. Бұл мемлекеттің кәсіпкерлікке қатысуын қысқарту, жекешелендіру жөніндегі ұлттық кеңсе құрылады. 2029 жылға дейін активтерді жаппай жекешелендіру жүзеге асырылады. Екінші бағыт ресурстар мен инфрақұрылымға тең жетімділікті қамтамасыз ету. Оған биржалық сауданы дамыту, мемлекеттік қолдауды цифрландыру және мемлекеттік сатып алулардағы бәсекелестікті дамыту кіреді. Жарлықтың негізгі бағыты тауар нарықтарын реттеу болып табылады. Бұл монополиялық нарықтарды қоспағанда бағаны белгілеу шектеулерін алып тастау. Монополияға қарсы органның құзыретіне сәйкес жарлықтың екі бағытын іске асыру жөніндегі шаралар туралы толығырақ хабарлау рұқсат етіңіз. Если по слайдам пройтись, то базовая причина издания указа – это монополизация товарных рынков. На первом слайде мы хотели подчеркнуть, что у нас сохраняется монопольное состояние на базовых товарных рынках для экономики страны. Это рынки топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи, где уровень концентрации рынка превышает 50% и достигает 100%. Более того, наблюдается новый тренд создания госмонополии, новых субъектов с госучастием. И, соответственно, усложняется вход частных субъектов рынка на эти сегменты экономики. Мы неоднократно принимали базовые документы для развития конкуренции, дорожная карта по развитию конкуренции, указ по основным направлениям госполитики. Но это были документы верхнего уровня и пришли к пониманию, что нам необходим указ о развитии конкуренции, который предусматривает конкретные мероприятия со сроками. В этом была идея этого указа. Дальше уже указ при согласовании, мы его преобразовали в указ по либерализации экономики страны. Он включает 6 базовых компонентов, в том числе и вопрос, связанный с конкуренцией. Первое и ключевое направление – это сокращение государственного участия в предпринимательстве, национальный офис по приватизации, новый формат перечня видов деятельности, равный доступ к ресурсам и инфраструктуре. Речь идет о монопольных ресурсах, ограниченных ресурсах на рынках топливно-энергетического комплекса и монопольной инфраструктуре в сфере транспорта, связи, переработки нефти. Развитие биржевой торговли как ключевой инструмент развития конкуренции, доступа к ресурсам, доступ к мерам государственной поддержки и закупкам.
Центральным местом в этом указе является устранение искажений ценообразования. Это переход на сбалансированное ценовое регулирование и отмена перекрестного субсидирования. Как же указ затрагивает и вопросы улучшения корпоративного управления, развития финансовых рынков и защиты бизнеса. Что касается государственного участия в предпринимательстве, мы здесь отмечаем сохраняющееся преобладание участия государства и неэффективность деятельности субъектов квазигосударственного сектора и их управления. На сегодняшний день доля участия государства в производстве товаров достигает 55%, доля государства в сфере услуг 44%. Функционирует более 6300 единиц субъектов рынка с госучастием и присутствие государства как минимум в 20 секторах из 30 секторов экономики. При этом показатели эффективности управления следующие. 20 триллионов тенге долговые обязательства, износ основного оборудования 50%, энергетики, газотранспортной инфраструктуры 70%. Высокий уровень государственного участия отмечается и международными институтами. По докладу Всемирного банка у нас мы опустились по компоненту частная собственность до 6 баллов. И среди стран Восточной Европы и Евразес мы занимаем практически середину этой таблицы. При подготовке проекта указа и подходов по приватизации мы изучали международный опыт, он представлен вот на 4-м слайде. Не буду останавливаться подробно. Очень важен опыт приватизации Казахстана. Две волны приватизации, четыре этапа. Были свои проблемы, связанные с низким уровнем подготовки, с недооценкой активов, инвестиционными рисками. Но в целом ключевую функцию приватизации, особенно на первом этапе, она выполнила. Мы создали частную собственность, частные предпринимательства, тем самым повысив экономику, производительность экономики страны, и что позволило привлечь инвестиции. Дальше, что касается текущего процесса приватизации последних лет, в принципе, неплохой процент реализации комплексного плана приватизации, 67%, однако есть проблемы, связанные, во-первых, с отсутствием целей и задачи государственного участия. Все проблемы, связанные с отбором активов, связаны с тем, что мы до сих пор не понимали, где государство должно присутствовать как предприниматель. Поэтому очень важно было в указе закрепить основные подходы государственного участия. Вторая проблема – это остаточный принцип приватизации, то есть в список включались предприятия, которые не интересны ни самому государству и, соответственно, не вызывали интереса со стороны потенциальных инвесторов. И третья проблема – это то, что мы в список включали предприятия, при этом не создав благоприятные условия для их функционирования. Жесткая, избыточная регуляторная политика не позволяла этим предприятиям, которым мы предлагали на приватизацию, успешно функционировать, соответственно, бизнес не проявлял к ним интереса. Примеры такой приватизации мы тоже хотим показать. Это коммерчески неориентированные активы предприятия, осуществляющие социальные услуги, которые работали на государственных заказах, естественно, они имели определенные риски для инвестиций. Несбалансированная тарифная регуляторная политика, рапорты, естественно, монополии, некоммерциализированные, соответственно, инвестиционно непривлекательные. Есть примеры убыточной деятельности, когда, допустим, предлагался к приватизации Казахэр, долги превышали 3 раза стоимость актива. И только вот благодаря главе государства мы этот актив продали и тем самым создали конкуренцию на рынке авиаперевозок. Что касается подходов приватизации, то базовые подходы определены в указе. Это в первую очередь для нас важно было определить подходы именно государственного участия. Субсидиарно-вспомогательная роль государства, то есть государство присутствует там, где у нас есть права у рынка, неудовлетворенный спрос. Второе, базовый принцип госучастия – это временность. Мы заходим на эти рынки временно для определенных целей. Создание экономической единицы для того, чтобы восполнить этот провал рынка, затем мы уходим с этого рынка. И, естественно, наличие целевых индикаторов. То есть мы должны знать, к каким целям мы стремимся. Планируем объем продукции, занятость и прочие целевые
индикаторы. Поэтому основная цель государственного участия – это создание экономической единицы. Основная цель, в свою очередь, приватизация – это повышение эффективности этой экономической единицы. То есть для нас цель не просто передача актив в частные руки, а чтобы этот актив дальше работал и удовлетворял определенные блага для населения. Ключевые критерии приватизации – это готовность рынка, то есть мы должны анализировать рынок, анализировать баланс этого рынка, присутствие частного бизнеса, развитие конкуренции и регуляторную политику. То есть позволяет ли регуляторная политика дальше работать этому предприятию. Другим критерием, которым мы будем руководствоваться, это готовность предприятия. Создание экономической единицы, то есть выход на планируемые объемы мощности, отсутствие долгов, социальных и прочих обязательств, которые обременяют деятельность предприятия. И, естественно, очень важный элемент приватизации, от которого зависит успех, это готовность инвестора. Здесь два компонента. Во-первых, благоприятная инвестиционная политика в целом и в государстве, и в мире. Второе – это наличие опыта и ресурсов у инвестора для того, чтобы успешно работать с этим предприятием. Это базовые подходы. Что касается деталей и конкретных критериев для отбора списка приватизации, то они будут сейчас идут в стадии отработки, и мы уже в Национальной комиссии в Национальном офисе по приватизации их уже детализируем и утвердим. Что касается организационных вопросов, как я уже говорил, Национальный офис по приватизации будет создан. Для повышения прозрачности деятельности Национального офиса мы привлечем к работе максимальное число экспертов, общественных деятелей, объединений предпринимателей. Естественно, там будут государственные органы, депутатский корпус и представители квазигосударственного сектора. До 1 июня национальный офис будет создан. До 1 сентября необходимо провести анализ и отбор субъектов рынка для приватизации. До 31 декабря мы должны утвердить этот список на высшем совете по реформам и включить комплексный план по приватизации. Дальше процессы приватизации по этому комплексному плану будут проводиться соответствующими уже действующими процедурами с государственными органами. Это блок связан с приватизацией. Следующий блок связан с доступом к ресурсам и инфраструктуре. Коротко пройду. Это в первую очередь на примере рынка нефти и нефтепродуктов. Здесь мы отмечаем непрозрачность системы квотирования поставок нефти на внутренний рынок, где идет разбег доли продукции, доли нефти, поставляем на внутренний рынок и на внешний рынок. При этом также у нас имеется ограничение доступа к системе транспортировки нефти и ее переработки. Соответствующие мероприятия мы отработали с Министерством энергетики. Планируем издание, признание, во-первых, данную инфраструктуру ключевой мощностью, что позволит нам издать соответствующие правила доступа, автоматизировать процессы доступа. У нас есть уже успешный кейс, когда мы автоматизировали систему распределения нефтепродуктов со стороны крупнейших поставщиков нефти. Это позволило нам максимально прозрачить процесс, сократить сроки рассмотрения заявок, и у нас отмечается отсутствие жалоб с текущего года с момента внедрения этой системы. Очень важный аспект на примере доступа к инфраструктуре аэропортов мы хотим показать. На сегодняшний день аэропорты у нас недофинансированы. Это сфера СТС монополии. Это ключевая проблема всех сфер СТС монополии. Соответственно, они выходят на иные рынки, нерегулируемые, где зарабатывают недополученный доход. Аэропорты, в свою очередь, вышли на реализацию авиакеросина, ограничат доступ к своей инфраструктуре для других альтернативных поставщиков. К чему это привело? Привело к тому, что сегодня, по сути, действуют две схемы реализации авиакеросина. Отечественные компании получают напрямую доступ, соответственно, цена у них совершенно другая. И зарубежная авиакомпания получает авиакеросин с наценкой до 70%. В результате мы видим снижение
увеличение стоимости грузоперевозок и международных авиаперевозок до 30% и снижение уровня транзита до 80%. Для того, чтобы снять эту проблему, мы предлагаем сервисную модель услуг аэропортов, заключающуюся в том, что на основании уже договоров с авиакомпанией поставщик нефти получает доступ к инфраструктуре аэропортов, то есть, по сути, не требуется согласие самих владельцев инфраструктуры. Плюс возврат к основной деятельности аэропортов, подразумевающий повышение тарифов на регулируемые услуги аэропортов с тем, чтобы они могли зарабатывать от основной деятельности. Также подразумевается сохранение государственного участия в лице «Казмунайгаз Аэро», но мы даем ему срок 5 лет, при этом инвестировать в эту сферу на строительство топливно-заправочных комплексов, нефтебаз с общим объемом инвестирования 16 миллиардов тенге. Это два примера кейсов, как бы мы решать проблемы доступа к ресурсам и инфраструктуре, которая принадлежит монополиям. Очень важное направление доступа к ресурсам – это развитие биржевой торговли. На сегодняшний день у нас она выступает таким узким горлышком, где крупные недропользователи, во-первых, используют биржевую торговлю для обхода сложных процедур закупок и для закупа у своих аффилированных компаний. Также эти биржевые торги используются для того, чтобы реализовывать ограниченный, удешевленный ресурс своим аффилированным компаниям, тем самым перенося свою надбавку стоимостную на своих поставщиков. Для того, чтобы искоренить все эти меры антимонопольного контроля ежегодно принимаются, но должного эффекта не оказывают, приняты решения по изменению действующего законодательства в сфере биржевой торговли. Во-первых, это ужесточение требований к самим товарным биржам. Сегодня идет процесс их сокращения числа товарных бирж. Плюс планируется обеспечить специализацию товарных бирж из расчета того, что конкуренция между товарными биржами не нужна в данном случае. И второе, это ужесточение уже процедур биржевых торгов, подразумевающих централизованную автоматизацию участников торгов, чтобы они беспрепятственно заходили на торги, биржи не могли ограничить доступ, цифровизацию этого процесса, усиление требований к цифровым системам биржевых торгов и снижение лотов для того, чтобы обеспечить более широкий круг участников на торгах. Важным элементом, да, важным ресурсом и фактором для предпринимателей, фактором производства являются меры государственной поддержки и закупки. И то, и другое направление занимает, по сути, практически 5% ВВП. Поэтому для предпринимателей доступ к таким ресурсам очень важен. Мы в рамках этого указа планируем, во-первых, обеспечить развитие конкуренции в сфере госзакупок и, самое главное, оцифровать меры государственной поддержки, это будет цифровая платформа, плюс стандартизировать эти процессы для того, чтобы по аналогии с государственными услугами, чтобы мы видели как бы равный подход к доступу к мерам государственной поддержки, одинаковые сроки рассмотрения, одинаковые обязательства для участников рынка. У меня все, спасибо. Рустам Нұрланұлы, рахмет. Келесі сөз кезегі әріптесім Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің баспасөз хатшысы Садырбаев Нұржан Бексұлтанұлына беріледі. Рахмет, көп-көп әріптес. Жасырын емес, экономика нарықтандыру жөніндегі жарлыққа үкімет басшысы президент қол қойған кезде жалпы сарапшылар арасында үлкен талқылау жүріп жатты. Осы студияға қазіргі кезде біздің сарапшылар келіп отыр, соның бірі Арман Қайратұлы. Арман Қайратұлы, айтыңызшы, осы біз бұған дейінде Қазақстан Республикасы тарихында, ел тарихында жекешілендіру болды, е? Барымыз білеміз. Сол кезде қандай жағдайлар болды, қандай ағаттық жібердік, не дұрыс болмады? Қазіргі кезде біз не істеуіміз керек? Осы жөнінде айтып өтіңізші. Рахмет. Естіп тұрма. Енді мына жекешелендіру саласында менімше екі мәселе шешілу керек. Ол біріншіден нақты жоспар болу керек. Екіншіден сол жоспарды міндет түрде орындау керек. Енді қойылған талаптар, мекемелер уақытында сол кесте бойынша жекешелендіруге өткізілу керек еді. Осы екі салада, мысалы,
қай мекемелерді, мына мемлекеттік меншігіндегі мекемелерді, кәсіпорындарды жекешелендіруге беру, оның критерийі қандай? Мына баяндамасында, мына әлгі халыққа, мына тұтынушыларға қандай әлгі өміріне, өмірдің сапасына қалай әсер ететін, ол бір критерий болу керек, бір топ критерийлер болу керек. Екіншіден, мына еліміздегі бизнесті дамыту. Ол енді нақты екі көрсеткіш қой. Мына мемлекеттік мына сектордың экономика үлесінде 15%-дан аспау керек деген, ол енді мәлім. Ол бүкіл экономика дамыған мемлекеттер сондай көрсеткіш. Біздің көрсеткіш оны нақты ешкім білмейді, бірақ сарапшылар, экономистер есеп бойынша ол 35-40%-дан соған жақын болып тұр қазір. Екіншіде мына орта және шағын бизнестің үлесі 50%-дан асу керек экономикада. Соның барлығын осы жекешелендіру мәселелері шешу керек. Жоспары керек, оны жоспарда орындау керек, меніңше. Жақсы, рахмет. Айдын Жолшы, еще хочу вам задать вопрос. Вот такой вопрос поступило. Для чего вообще необходимо сокращение государственного участия в предпринимательстве и как влияет государственное участие на развитие экономики, предпринимательства, конкуренции в целом на цены? Спасибо. Ну, во-первых, пару слов о данном указе. Я, как общественник, очень обрадовался. Я помню, в 2012 году в Грузии принимался органический закон об экономической свободе. Очень революционный закон был. В нем как раз оговаривались вопросы, те базовые вещи, которые нужны для создания реальной рыночной экономики. И я вижу, что авторы этого указа о либерализации, наверное, избрали вот этот вариант и закрепили его в форме указа. И в нем очень много правильных вещей, которые необходимы стране для того, чтобы вот та рыночная экономика, которая у нас есть, она не в полной мере рыночная. У нас достаточно государственного влияния в экономике, государственной помощи, субсидирования, бесконтрольные вот эти малоконтролируемые вещи с разрешениями, лицензиями. У нас до сих пор многие вещи пытаются регулировать, там цены, тарифы. Есть вопросы о свободе предпринимательской деятельности, защите частной собственности. И в целом этот блок, попытка его решить через указ, я лично приветствую. Думаю, это первый шаг в этом направлении. И то, что здесь 80% я вижу вопросы агентства по защите конкуренции, это тоже очень хорошо, поскольку у нас на самом деле жесткого, правильного антимонопольного регулирования в стране не было до последнего времени. Я надеюсь, что это указ подвигнет к большим переменам. Касательно вашего вопроса, конечно, приватизация, она необходима, потому что мы живем в условиях рынка, и государство, оно не должно заниматься предпринимательской деятельностью. Когда оно занимается, вы знаете, инициатива, она приводит обычно к вот таким пустым проектам, к малым результатам. Это доказывает экономическая наука, и это доказано. Поэтому, конечно же, необходимо правило желтых страниц, то, что в указе записано, в том числе в госзакупках, провести, чтобы если госзакупки проводятся, чтобы госкомпания не участвовала в них, дать частным субъектам. Я считаю, очень правильно. Конечно, государство должно быть сильным, но оно должно быть сильным как регулятор рынка, не как участник этого рынка. Да? И без сомнения, роль государства, тем более наши регуляторы, они принимают теорию Кейнса, Джона Мейнарда Кейнса, и участие государства должно быть. Но это не значит, что государство должно заниматься бизнесом, что у нас часто происходит. И я видел, что рекомендации агентства в прошлом году, позапрошлом году о приватизации, они не исполнялись. Они, по-моему, исполнялись на 15%. И создание национального офиса по приватизации, вынесение этих вопросов на уровень высшего экономического совета – очень правильное решение. Поэтому я думаю, этот указ
может реально помочь нашей стране перейти на рельсы либерализации экономики. Спасибо. Жақсы, рахмет, Айдын Жолшиевич. Олжас Хаджимуратович, вопрос вам. Вот у меня такой. Что будет с предприятиями с высокими социальными обязательствами? Сейчас я говорю о предприятиях нефтегазового сектора, обеспечивающих, например, занятость в социально неблагополучных регионах или субсидирование цен на энергоресурсы для населения. Да, Хайрулла Кун, хурметті әріптестер, добрый день. Я хотел бы личную позицию озвучить, если позволите. Для меня этот указ о либерализации, он, наверное, вызвал такие чувства, как будто это такое судьбоносное решение, как указ Петра Первого рубить боярам бороды. Почему? Потому что этим указом мы, как страна, показываем, что мы устремлены в будущее, мы устремлены в клуб развитых стран, в которых, естественно, уровень государственного присутствия гораздо меньше, чем у нас. И, как правильно заметил представитель общественного совета, это государство в этих странах не является игроком, а является арбитром. И поэтому вот этот архаизм, вот то, что осталось, скажем, да, вот от предыдущих двух волн приватизации, это вот как раз попытка переосмыслить, причем системно подойти к этому решению. Вот план создания, да, офиса по приватизации национального, это действительно серьезный шаг к системной приватизации, о которой вот Руслан Бурланович сказал, да, то есть проанализировать и понять действительно, какие, в каких секторах государство избыточно присутствует, в каких оно не должно присутствовать, и, естественно, понять, что вообще в целом эта приватизация даст, потому что две волны приватизации были, действительно, у них был определенный эффект, сейчас время как раз системно подойти к этому, тем более глава государства поручил удвоить экономику Казахстана к 2029 году, и, безусловно, приватизация это как раз один из таких рычагов для привлечения частных инвестиций. Что касается ценовых вопросов и по вопросам занятости, в настоящее время недропользователи в целом, как вы знаете, перегружены социальными обязательствами. Естественно, такая либерализация, в том числе по тем мерам, которые были озвучены, это цифровизация плана поставок, недискриминационный доступ к ключевой инфраструктуре, переработке нефти, транспортировке нефти, нефтепродуктов. Это, естественно, те шаги, которые позволят этим компаниям улучшить свое, во-первых, финансовое состояние, во-вторых, придать им импульс для того, чтобы они эти средства инвестировали. Ну, вы знаете цифру, Самрук Казына озвучивал, по их оценкам, перекрестное субсидирование со стороны госхолдинга – это порядка 3 миллиардов долларов в год для экономики Казахстана. Естественно, когда мы эти цены, тарифные вопросы будем выравнивать, это возможность, опять-таки, для компаний, во-первых, инвестировать, во-вторых, улучшать свою производительность. Но это как раз то, о чем мы и говорили. Вот по этому вопросу.